Вот, устанавливаю Акропович, противную систему, глушитель. Такой вот прогресс я уже сделал. Вот эти, в общем, фитинги или адаптеры. Вот они все там уже установлены. И одну трубу прицепил. Или кто-то будет это делать. Трубы лучше разобрать, индивидуально прицепить крючки. И потом только вставлять трубы. И потом затягивать. Если у кого-то нету инструмента, чтобы тянуть пружины, в принципе, можно одной пружиной тянуть другие пружины. Что я как бы и делал. Ну вот, посмотрим, что получится с этого. Мотоцикл Honda CBR 650 ER 2019 года. Установил все трубы. Только не затягивал их. Натянул все пружины. Вот тут их видно. Вот одна. Вторая, третья, четвертая. И потом сейчас установлю вот эту деталь. Сразу лямбду надо будет включить. Пойдет здесь. И задняя банка потом прикрепится. В общем, как-то так. Так, лямбда-зонд подключил, провел кабеля, поставил удлинитель, подключил все, натянул пружины. Сейчас буду устанавливать заднюю банку. Вот она. Это спортивный глушитель. Сейчас поставлю его и тогда уже затяну вот эти болты, потому что если сейчас его затянуть, то потом может не получиться банкой. Ну вот и все, собрал вот эту банку. Проблематично было посадить, потом все пружины натянул, там тоже все болты затянул до конца. Да. Ну вот, надо будет вывести, послушать, как звучит. Вот сразу пришел первый клиент оценить работу.